Здравствуйте. О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. Сейчас практически все готово уже. Мы привезли оборудование. 1300 спортсменов в ожидании открытия. Спортшкола Олимпийского резерва накануне торжества. Масштабно-габаритные макеты, соответствующие полному размеру. Гараж для пушек. Зачем Игорь Кадуев делает макет орудий? Боксировать дома – это очень большая возможность, очень большой плюс. Родные канаты. Влад Туйнов сразится с оппонентом из Японии в Орле. Генеральный партнер главных новостей – компания ПАО «Орелстрой». Ваш новый образ жизни. Капремонт завершен. В феврале открытие. Спортивная школа Олимпийского резерва номер 3, что на улице Герцена, готовится к новому этапу. Гимнасты, акробаты, их тренеры ждут переезда в обновленное здание. Наталья Пехтерева о подготовке к новому этапу в истории школы. Зал спортивной школы Олимпийского резерва номер 3 сегодня больше похож на склад инвентаря. Переезд завершается. Последние штрихи. Сейчас практически все готово уже. Мы перевезли оборудование из того зала, где оно располагалось последние пару лет. И сейчас очень тщательно надо подойти, конечно, к монтажу оборудования. Новшеств много. Оборудование практически все новое. Мы с вами видим кольца, брусья, перекладину. Вот мы смотрим, даже коробки не распакованы. Не распакованы. И это еще не все коробки. Еще есть, то есть, я думаю, у детей будет действительно новоселье. Путь домой, вернее, в новые стены был долгий. Многие годы тренерский состав и родители гимнастов боролись за право заниматься в безопасном здании. В 2015-м объявили долгожданное – ремонт. Сроки ввода сдвинулись менее чем на месяц. Тут немножко, конечно, вина наша, и в то же время поставка материалов несколько была задержана, поэтому сроки сдвигались, и поэтому в настоящее время здесь уже все сделано. Причем сделано немало. Надстройка третьего этажа, усиление фундаментов, инъекционные работы производились. Руководство школы надеется, что подрядчики работали на совести. Неприятных сюрпризов впоследствии не случится. То, что мы имели, что сейчас, это, конечно, небо и земля. Вы видите, все новое оборудование. Спасибо, я бы хотел сказать, и тренерам, и родительскому комитету, которые ездили в Стрелецкое, вы знаете, мы занимались там год. И в холоде, и выходили из этого положения. Мы им очень благодарны. Занятия во временных залах, неудобства, спорту не помеха. Количество воспитанников не уменьшилось. Свыше 1300 человек. Спрос растет. Ребята и родители там уже пороги оббивают. И идет уже даже молодые, набор уже. В феврале открытие. Точную дату пока не называют. Далее первый турнир. Его запланировали на середину марта. Руководство школы и Федерации гимнастики строят планы на будущее. В конце февраля пройдет день открытых дверей, где родители и будущие ученики смогут задать все интересующие вопросы. Наталья Фехтерева, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной». Российский инвестиционный форум будет проходить 15-16 февраля в Сочи. По официальным данным, участие в масштабном мероприятии подтвердили представители почти 140 иностранных компаний, главы более 70 регионов страны. Ряд инвестиционных соглашений планирует подписать Орловская область. Подробности были озвучены в ходе совместного заседания Инвестиционного совета области и регионального штаба. Свои проекты презентовали представители ведущих компаний региона – агропромышленного холдинга «Мираторг» и «Керама Марадзе». Мы планируем в дальнейшем реализовать проект на территории Орловской области по производству свинины. Общий объем инвестиций для реализации этого проекта составит 25 миллиардов рублей. Из них 20 миллиардов – это заемные, 5 миллиардов – это собственные средства ОПХ «Мираторг». Растениеводческий дивизион будет составлять и включать в себя 67 тысяч гектаров земли. Наша задача в рамках двухстороннего диалога – снять все острые углы, которые могут быть с точки зрения и вовлечения наших производителей, налогов поступления, точек размещения и реализации проекта с учетом экологической безопасности, потому что это один из основных вопросов, который будет волновать потом жителей. Мы просто не имеем никакого морального права и экономического, политического создать неблагоприятные условия. Поэтому вопрос очистных сооружений, вопрос переработки – это вопрос, имеющий большое значение. На инвестсовете был утвержден проект по строительству автомобильной дороги регионального значения «Западный обход Орла». Западный обход города Орла предполагается разместить на территории Урицкого и Орловского районов Орловской области. Проектируемая автомобильная дорога проходит по открытой незастроенной местности в обход населенных пунктов, не затрагивая месторождения полезных ископаемых.
1 апреля будет дан старт весенней призывной кампании. Ряды вооруженных сил пополнят свыше 1000 орловчан. Это больше, чем минувшей осенью. Тогда Орловская область выполнила норму призыва, отправив на военную службу свыше 600 новобранцев. Традиционно наши призывники пользуются огромным спросом. В последнее время, на протяжении 2 лет, сухопутные войска, очень спрос большой наших призывников, узел связи в Беловомут. Мы отправили туда 15 человек, и теперь постоянно вот в течение 3 лет по 40 человек. Традиционно подшефное подразделение ракетные войска стратегического назначения, это Сухиничи, Козельск, Калужская область, отправляем. Очередные лечебно-оздоровительные сборы призывников пройдут на базе санатория «Орловчанка». Эту практику военно-спортивных сборов надо продолжать, сказал Андрей Клычков на аппаратном совещании. Военному комиссариату Орловской области срок до 1 апреля 2018 года провести совещание с военными комиссарами районов, представителями МВД России по Орловской области по обсуждению вопросов организации взаимодействия служб и ведомств в розыске граждан, уклоняющихся от мероприятий по призыву граждан на военную службу. Департамент здравоохранения совместно с военным комиссариатом в апреле 2018 года, как мы говорили, подготовить план по проведению лечебно-оздоровительных сборов. Карантин по простудным заболеваниям введен в школах 3 районов Орловской области и 1 в Орле. В этом году, говорят эпидемиологи, сезон острых респираторных заболеваний открыли значительно позже, чем годом ранее. Виктория Юркова узнала, когда стоит ждать подъема заболеваемости ОРВИ. Аптеки запаслись противовирусными и противогриппозными препаратами по полной. Терапевты в городских поликлиниках тоже наготове. Острую респираторную инфекцию в Орле ждут. В этом году подъем заболеваемости в детских образовательных учреждениях фиксировать только начали. В том году у нас был рост заболеваемости уже в январе. В этом пока вот мы не наблюдаем. Некоторое увеличение есть, но незначительное. Вот, у нас работает достаточное количество врачей. Вот, мы готовы. Среди заболевших больше детей. Их осматривают особенно тщательно. Зафиксировано в Орле и несколько случаев гриппа. На прошлой неделе подтверждена циркуляция вируса гриппа на территории области. Все указанные факты свидетельствуют о том, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями набирает обороты, и мы приближаемся к эпидемическому подъему заболеваемости. Меры профилактики остались прежними. В первую очередь воздержаться от выхода в люди. Острое респираторное заболевание передается воздушно-капельным путем. Проветривание, влажная уборка, мытье рук и отсутствие самолечения. Довериться лучше специалисту с медобразованием. В образовательных организациях вводятся ограничительные мероприятия. Это школы. В настоящее время чаще всего, пока в настоящее время, в большинстве школ ограничительные мероприятия введены частично по классам. И буквально только по области в 3 учреждениях ограничительные мероприятия введены в образовательные организации в целом. Малоархангельский, Урицкий и Ливинский районы вышли на карантин в школах. В Орле остается закрытой только 15-я школа. В 12 образовательных учреждениях на занятия не вышли учащиеся отдельных классов. Рост заболеваемости эпидемиологи ожидают через 2 недели. Виктория Юркова, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной». Депутат Государственной Думы Николай Земцов регулярно проводит в Орле прием граждан. Чаще всего люди приходят с вопросами в сфере ЖКХ, жалуются на отсутствие дорог в деревнях региона. Но проблема, с которой обратились 30 января, лежит в области общечеловеческих ценностей. Подробности расскажет Алена Касаткина. Орден «Знак почета» – последняя государственная награда СССР, утвержденная до Великой Отечественной войны. Во времена, когда надо было кормить молодую страну, в первую очередь им награждали передовиков труда на целинных землях и заводах. За самоотверженность в нелегкой работе этим почетным знаком был награжден Егор Кузьмич Гнездилов. 9 мая пенсионер в честь большого праздника надел свой орден, но уже в трамвае столкнулся вовсе не с благодарностью современной молодежи. Сорвали это у него и орден. Орден, о, ты тоже москаль, ты понимаешь, еще и ордена надела. Сорвали, ну, там толпа, там не видно ничего, как раз утрамвались. Ну все, я вышел, посмотрел, нет его. О том, как было тяжело добывать кусок хлеба для страны, Егор Кузьмич до сих пор помнит в деталях. И оттого, по словам пенсионера, тяжелее переживать кражу ордена. Там первое поднимали целину.
Вот. У меня и трактора были, и сельскохозяйственные, и комбайны были. РСМ-6 был такой, комбайн такой. Самоходный был. В поисках ордена Егор Кузьмич обошел немало инстанций. В милиции лишь разводит руками. Теперь за помощью обратился к депутату Госдумы Николаю Земцову. Награду, конечно, желательно найти. Она же номерная. Она номерная. Мы по этому номеру поищем. Если нам ее не удастся вернуть, есть только один путь. Книжечка у вас осталась, номер, орден ваш. В случае, если оригинальный орден так и не найдется, Егору Гнездилову вернут дубликат награды, восстановленный по документам, оставшимся у пенсионера. Депутат Госдумы пообещал восстановить справедливость. Награды, которые утеряны, они сейчас всплывают на аукционах Европы, Соединенных Штатов, их покупают богатые коллекционеры, и мы пытаемся эти награды вернуть всеми, потому что их иногда своровали, иногда их как-то какие-то недостойные наследники их продали. Вот с Егором Кузьмичем мы пойдем по этому пути. То есть эту награду сейчас будем у коллекционеров искать и пытаться ее вернуть. Случаев открытого неуважения и даже унижения ветеранов войны и труда, к сожалению, фиксируется все больше. Так, буквально на днях громкий случай в Краснодарском крае буквально всколыхнул общественность. В интернет попало видео, как две школьницы плевали в вечный огонь. По сообщению местных СМИ, полиция проводит по этому случаю проверку. Алена Касаткина, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной». Коммунальщиков призвали к готовности. В ближайшую неделю, согласно прогнозам погоды, снегопады продолжатся. Проделанной же работе в минувшие дни в администрации Орла дали отрицательную оценку. Такой же удостоился и транспортный отдел. К работе перевозчиков вновь предъявлены претензии, но отразятся ли порицания на качестве работы? Низкую оценку результатам работы коммунальщиков в снегопад дали в администрации Орла. Нарекание к спецавтобазе высказала начальник УКХ. Погода, в том числе, помогла нам со спецавтобазой. Сейчас надо предварительную часть активно выводить. Обеспечьте нормальную уборку улиц дорожной сети. Будьте готовы к тому, что это еще не снегопады. Особое внимание коммунальным службам поручено уделить остановкам, а также пешеходным зонам и парковкам. У нас почему-то принято считать, что если парковка организована в кармане дороги общего пользования и рядом расположенные магазины, считают, что это не их обязательство приводить ее в порядок. Это обязательство собственников этих объектов недвижимости, этих магазинов. У нас зачастую арендаторы даже не знают, что это такое. Александр Муромский обратил внимание на припаркованные в неположенных местах автомобили, которые мешают нормально убирать снег. К вопросу уже подключили ГИБДД. Также был составлен поименный список ответственных за вывоз снега в каждом районе города. Ежедневно сами со своим отделом обходите территории всех 4 районов и выстраиваете работу. Спрашивать буду лично с вас. В очередной раз на планерке была озвучена тема пассажирских перевозок. К транспортному отделу власти вновь предъявили претензии. Что нужно сделать, скажи мне, пожалуйста, Виталий Александрович, для того, чтобы прекратить это? На замечание граждан по поводу разговоров по телефону, курения в салоне автобуса во время движения? Все перевозчики, так или иначе нарушающие данные требования, предупреждается об этом факте, значит, им описываются претензии. В случае повторения данной ситуации контракт будет расторгнут. Виталий Александрович, сколько контрактов расторгнуто за последние полгода по причине нарушения вот этих требований? Вот вам ответ на все ваши слова. К вопросу обещали вернуться вновь. На то, чтобы исправить ситуацию, транспортному отделу дано ровно 2 недели. Ксения Туркова, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной». Предостережение совсем не преграда. Именно так думают многие орловчане, чьи дети катаются с горки в детском парке. Место для спуска уже не раз становилось причиной травм детских позвоночников. Появится ли в Орле специально оборудованное место? И сколько это будет стоить? Узнавала моя коллега. С наступлением зимы и обилием снега дети потянулись на горку. В Орле такая есть, увы, только в детском парке. Но даже ей малышня рада. Кстати, дети прокатали ее практически до земли. Мы с семьей скатились вместе с трамплина и прям упали чуть не на лестницу. Очень экстремально. Она мне нравится тем,
что тут нет никаких бугров, она ровная, и есть даже за что остановиться. Можно, если что, схватиться за снег. Страх. Еще вообще снег в глаза летит. Невозможно вообще устоять. Очень крутое чувство. Всем советую попробовать. Вообще в мэрии говорят, официально разрешенных мест для спуска с горы в нашем городе нет. А в излюбленном месте в детском парке висят объявления о том, что катание опасно. Хочу, чтобы горку залили. Родители с опаской, но разрешают спускаться с горы, прося у властей. Очень хочется, чтобы место появилось в городе. Детский парк, чтобы немножко благоустроили, возможно, освободили от деревьев, чтобы данное место не было травматичным при спуске детей с горок. Конечно, смотрим, направляем, чтобы вот в дерево, в столб, чтобы не въехало. Конечно, смотрим это самое. Я думаю, что здесь, конечно, опасно. В парке просьбы услышали. Новый директор утверждает, что на обустройство хорошего места на территории парка нужны не менее 500 тысяч рублей. А хорошо бы вообще за спонсорские средства. Мы тоже очень надеемся на это, что в ближайшем будущем, ну точно не этой зимой уже, появится обустроенная горка, где все орловчане и гости нашего города смогут безопасно кататься на этой горке. Таблички мы повесили лишь чтобы обезопасить детей. И были уже неоднократные случаи, когда дети то руку себе повредят, то еще что-нибудь повредят. Это же, ну, на мой взгляд, вот я тоже мама, я своему ребенку здесь не разрешаю кататься. В прошлом году подрядчик так и не смог разработать ПСД детского парка. В итоге с ним был расторгнут контракт. Именно при разработке проектно-сметной документации нужно предусмотреть обустройство горки. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос как раз по благоустройству и устройству катальной горы. Есть, конечно, совсем такие варианты, что там всепогодняя горка, то есть всесезонная. Можно и летом кататься, и зимой, там специальное покрытие. Но это очень дорогостоящее удовольствие. Есть просто горки, которые устроены по типу, вот, ну, которые в обычных детских городках, горка с бортиками, и по ней съезжают. Виктория Юркова, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной». Есть в Орле мастер, который у себя в гараже делает пушки. К артиллерийской службе они непригодны, да и изначально были нужны своему канонеру лишь для участия в военно-исторических реконструкциях. Мастера зовут Игорь Кадуев. Ради чего он ладит из труб макета орудий, разузнал Сергей Буковский. Бьется в тесной печурке огонь, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Вместо землянки – гараж. Но у этого помещения функция та же, что и у землянки. Рядом с зоной боевых действий – служить укрытием и местом расположения хозяйственных служб. В данном случае – мастерской. Вот, считай, жертвенник бога войны – артиллерия. Игорь Кадуев в этом гараже ладит свою новую пушечку. Это будет горное орудие образца 1909 года. Контролирующие органы просим не беспокоиться. Разговор о макете. Что-то покупаю, где сдают чермет. Можно было бы гордо заметить, мол, пока есть на Руси такие пушкари-самоделкины, и покуда в гаражах, опоясавших наши города, прячется, как оказывается, даже артиллерия, не страшен нам враг. И добавить еще можно, эту страну не победить. Но, как бы впечатляюще не выглядели пушки Кадуева, они предназначены для боев исключительно историко-потешных. И тех боев, что за прославление солдатского подвига и супротив переписчиков истории, пытающихся тот подвиг умолить и даже поставить под сомнение. Игорь Александрович говорит, это ж тоже война, пусть и своеобразная. Он член историко-патриотического поискового объединения «Наследие». «Наследие» крепко дружит с Мценским военно-историческим клубом «Орловская пехота», занятым, кроме прочего, реконструкцией военных событий различных годов. Вот пушки Кадуева на тех реконструкциях. С них-то все и началось в 2010-м, когда вместе с сыном съездил он на одно такое мероприятие. Заразился. А дефицит техники на реконструкциях заставил его взяться за изготовление собственной батареи. Первой стала 45-ка, потом появилась немецкая пехотная пушка, потом наша полковая, образца 1927 года, еще позднее немецкая противотанковая ПАК-38. Себя они уже показали, и не только в исторических шоу. Недавно попались на глаза Игорю Угольникову, режиссеру и продюсеру. Хочет снять фильм «Подвиг подольских курсантов».
Так что пушкам Кадоева теперь предстоит сыграть в кино. Действительно, почему нет? Ну, это масштабно-габаритные макеты, соответствующие полному размеру. Ну, вес немного отличается от натуральных. И можно производить выстрелы пиротехническими изделиями. Материал, отрезные круги, электроды, краска – это минимум 10-12 тысяч рублей, плюс работа. А она делается не только в мастерской. Приходится изучать специальную литературу, и чтобы все получилось идеально, даже налаживать международные связи. Просил через интернет, в Финляндии, в музее фотографировали в размер лафет горной пушки с линейкой. На каждую пушку уходит примерно год, потому что делаются они вечерами и в выходные. Ведь Игорь Кадоев – мастер участка водоснабжения на железной дороге. Кабы не эта водо-железнодорожная работа, пушки делались бы быстрее, месяца за три. Но тогда, говорит Игорь, и впрямь пришлось бы в гараже музей устраивать, как и советуют ему друзья. Не исключаем, что к таким друзьям с пожеланием о музее рады были бы причислить себя и многие зрители, заставшие этот сюжет. Сергей Быковский, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной». Бой в родных стенах. Орловский бриллиант Владислав Туйнов выступит на домашней арене. Это будет первый за 2,5 года поединок. Наш чемпион в главном бою вечера встретится с опытным японским соперником. Что ждет воспитанника школы Чадиных и где в областной столице пройдет громкое спортивное шоу, расскажет Андрей Деркач. Очередной соперник, и стало быть еще одно испытание. И это так, но на первый взгляд. Январь 2018-го принес нашему бойцу не только долгожданный отдых и подарки. Команда Туйнова на заре Нового года подписала 2 профессиональных контракта с именитыми промоушенами ACB и Glory. Вот как раз таки в рамках вечера бокса компании ACB, назначенного на 23 марта в Орле, появится взошедшая звезда кикбоксинга. Домашнее выступление Владислава пройдет впервые после перерыва в 2,5 года. Это пропаганда спорта, это напоминание, что есть у нас звезды мирового уровня в Орле, местные. Вот. Это красивое бойцовское шоу, чего все равно не хватает не только в Орле и в России. Боксировать дома – это очень большая возможность, очень большой плюс. Не тратить силы на поездку, на дорогу полностью. Согнал вес, сделал его и вышел боксировать. Это очень круто. И поэтому мы были согласны. Потом начались поиски соперника, подписание контракта. Все это занимало время, и вот наконец-то мы пришли к какому-то общему решению. Среди претендентов на дуэль с бриллиантом был российский и украинские боксеры. Но команда Туйнова предпочла в который раз международное спортивное противостояние. Японцу Юхирона 34. Несмотря на возраст, опыта и сил противнику не занимать. Наставник Орла, разбирая соперника, отметил его желание подраться в ринге. Идти в размен мы не будем, отмечает Андрей Чадин. Он левша. То есть он не такой скоростной, он долговязый, но высокий, как скажем, напористый. Вот. Держит удары, пропускает и идет, но я думаю, что он еще не пропускал Влада удары. Мы его грамотно разберем, подберем под него правильные ключики и будем разбирать уже непосредственно в ринге. Вместе с тем бой орловского бриллианта с японским кикбоксером Юхирона ознаменовался соперничеством двух школ. Стиль страны восходящего солнца является смешанным, говорит старший тренер сборной области. Там есть элементы тайского бокса и других восточных единоборств, среди которых на руку статичность в ринге. Школе Чадиных, в свою очередь, есть что преподнести в ответ. Наша школа базируется на передвижении, на игре, на жестких ударах. Поэтому я думаю, что нам должно подойти. Предстоящая встреча уже приковывает внимание стремительно растущей армии болельщиков спортсмена. Бриллиант уверен в абсолютной поддержке трибун Грин-центра и ожидает аншлага 23 марта. Наши флаги, родной воздух, дарит еще больше уверенности в себе, придавая сил для новых побед, добавляет Владислав Туйнов. Андрей Деркач, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной». На этом все. О важном и интересном сообщайте нам по телефонам 76 10 28 и 508 088. Это телефон нашей горячей линии. Также пишите на наш сайт obl1.ru. Я прощаюсь с вами. До встречи. Покупка квартир компании ПАО «Орелстрой» стала еще более комфортной. Мы экономим ваше время и деньги на ремонте, предоставляя квартиры с новой, улучшенной отделкой. Вам остается только завести мебель. Звоните 63 30 42.
С добавкой из травур несушка куры несутся зимой, как летом. Здравствуйте! Прогноз погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. Погода снова резко меняет свое направление. Теперь после дождя накануне ударит мороз, правда не очень сильный. Через несколько секунд расскажу подробные сводки. Генеральный партнер программы «Суперпицца». Низкие цены, высокое качество, быстрая доставка, разнообразное меню. Здесь делают пиццу уже 15 лет. Телефон доставки 437-437. И к прогнозу. В Амценске днем пасмурно и снег, минус 4 градуса, ночью минус 6. В Ривнах пасмурно, небольшой снег, днем минус 4, ночью минус 6. В Болхове пасмурно, снег, температура днем минус 4, минус 7, ночью. В Орле минус 5, пасмурно, снег, ночью минус 6. Ветер северо-западный 8-9 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Одежда ведущей предоставлена салоном свадебной и вечерней моды СВ. В СВ помогут составить ваш блистательный образ на любое торжество. ЦУМ, новый корпус, третий этаж. Торговый дом «Солнышко», 20% скидка на 100 видов тюлей и портьерных тканей, переулок Почтовый, 8. Магазин «Маленькое счастье», рай для новорожденных. Большой ассортимент для ваших малышей подарит им тепло и комфорт. Улица Раздольная, 84Б. Всего доброго вам в последний день января. Увидимся! Суперпицца для супер тебя. Телефон доставки 437-437 или онлайн superpizzaplus.rf. Низкие цены, высокое качество, быстрая доставка, разнообразное меню. Мы делаем пиццу уже 15 лет, и мы делаем ее на 100% отлично. Эксклюзивный представитель свадебной и вечерней моды в Орле. Салон СВ. ЦУМ. Третий этаж. «Солнышко» предлагает своим покупателям новые коллекции. Услуги дизайнера, пошив штор на заказ. Доступные цены. Работает зал распродаж. Переулок Почтовый, 8. Магазин «Маленькое счастье» – рай для новорожденных. Большой ассортимент для ваших малышей подарит им тепло и комфорт. Специальное предложение при покупке кроватки, комода, коляски на выбор из двух вещей – матрас в подарок. Наш сайт – kravatki-orel.ru или ждем вас на Раздольной, 84Б.